Всем привет, вы на канале О Спорт. Это видео будет про осенние сборы. Да. Fly to the States, I got too much convictions. Apparently all I talk is prison, but I don't know no different. Cause I was in jail up north when В отличие от летних сборов, осенние сборы проходят всего лишь одну неделю, и поэтому дети даже не успевают соскучиться по своим родителям. На осенний сбор нас выехало всего лишь 18 детей, я и Дмитрий Игоревич, поэтому сборы получились такие домашние и максимально продуктивные. Вот они, вот эта банда, просто группировка самых опытных ребят. Уже вот тут картишки пошли. Юность. Так, и по традиции традиционная песня. Дети с нетерпением ждут, когда мы огласим списки, кто с кем живет в комнатах. И именно с этими ребятами они проведут ближайшую неделю. И самое сложное, самое тяжелое для ребят, это, конечно же, заправлять кровати. Это не дырка, это техническое отверстие для проветривания твоего одеяла, чтобы не запрело. А Алиса в стране чудес — это самое дружелюбное привидение, как из Карлсона. Дмитрий, где твое белье? Команда «Юность», как успехи? Хорошо. Молодец. Крепитесь, ребята, крепитесь. Валы и паруса, мы ездим уже третий раз. Нам очень все нравится, и поэтому мы возвращаемся сюда снова и снова. День первый. Расселились, покушали, поспали. Первая тренировка. Спокойненько собрали все вещи с собой. Наверное, уже сил у него, но каждый из них уже не такой, как... Так, второй день сборов, сделали зарядку, идем на завтрак. Какие впечатления? Хорошая зарядка. На что обращаем внимание, когда мы едем на сборы? Конечно же, на кухню. Нас должны хорошо кормить обязательно, потому что борцы много тренируются и, соответственно, много едят. Мы позавтракали и еще не выпили. Но сейчас мы выпьем за тебя. За вас. Приходите в спорт для укрепления костей. Ну расскажи, как тебе завтрак? Отличный, все вкусно. Так, проверка комнат, проверка порядка. Борцы, убирайтесь. Да, заправляйте кровать. Что такое? Это чемодан. Ё-моё, паспорту! Контрабанда. Контрабанда. Вот мы как ездим. Один бесплатный человек. И пюрешку съел, и котлетку, и полмиски салата съел. И уже вторая булочка у тебя? Да. Булочка с маком. И уже третья кружечка чая, да? Да. Надя, все хорошо. Ты сегодня еще хорошо тренировался, молодец. Даже не узнать тебя было. Не пришлось ругаться на тебя. Все хорошо, да? Что делаем? В карты играем? Да. На что, на деньги? Нет, просто так. На деньги не играем. Вообще, мы нормальные карты. Ну, кто победит-то? Я. Так, это коридорный волейбол. Мы чемпионы. Вам повезло. Ты чемпион, когда ты пройдешь только команду, сколько мы прошли. Мы отыграли уже полдня здесь. Просто. Так, а ты английский хорошо знаешь? Да. Как будет две пиццы? Тупица. А как будет голубая вода? Блювотер? Так, по поводу тренировочного процесса. Тренировочный процесс в этом лагере был построен так. Мы одну тренировку делали на ковре обязательно. Вторую тренировку мы выходили на улицу. Давай, терпи, три раза еще сделать нужно. 24. Вытягиваться умеешь? Да, умею. Показывай, давай. Выше, давай. Давай. Ты что, Дмитрий Игоревич, что бы сделал? Ставь мне чуть, Наташа. Это за йогуртов с утра. О,
Да, йогурты, потому что жирность большая. Лучше съесть меньше йогуртов и больше каши. Денис, правда, что ты на голову все камень уронил? Нет. И всем привет! Сегодня мы будем проводить экстремальный эксперимент. Можно ли потянуться на другой деревяшке? Погнали! Эксперимент закончился неудачно. Тренировка на ковре, чем заниматься будем? Так, ну, раскрывать всех секретов не будем. Не знаем, когда выйдет это видео. Работаем активно над усовершенствованием технической базы спортсмена. Вот, значит, скоро старт у нас в Смоленске, серьезный достаточно, и поэтому полностью сейчас подготовка направлена на эти соревнования. Так, а что тут происходит? Ребята решили перейти в новый для себя вид спорта. Называется хула-хуп. Так, сейчас мы можем наблюдать схватку века. Борец Вячеслав Владимирович против Хулио Антонио. Опа, бросок на 4 балла и тут же перекат на 2. Вот уровень, да? Ребят сами разминаются. Можешь спокойно посидеть, песни попеть, вздохнуть. Хороший старт. Все начинает работать ноги, да, со старта. А перед стартом что у нас получается? Надо вывести шаг. Подготовлен, правильно? Не вывалиться. Так хорошо потренировался, что руки не держит. Все. Сейчас восполнишь силы. Чем? Макарошками. Погода позволяла нам выйти на футбольное поле. Мы два раза сыграли в футбол с каратистами. Первый раз у нас была боевая ничья. Назад, вращение прямых рук. 5 раз вперед, 5 раз назад, максимально быстро. Физкульт, команде карате физкульт, привет! Потом был принципиальный матч, на который мы собрались. И в упорной борьбе ребята... Мы с тобой. А это то есть фул защита, это пол поля, а защита. Команде карате, физкульт. Привет! Прошел первый период, счет 0-0. Очень плотная игра, не удается. Так что ж, пас, ничего не придет. Нет! Футбол хотел перейти, парень, блин. Про угол. Футбол не твое. Забить, забить, да, Сёма. Да, команды поблагодарили друг друга за хорошую упорную игру. Одолели карате, потому что если бы они не одолели карате, то у них было бы просто ожесточайшее ОФП. Не знаю, что помогло им выиграть. Мотивация от ОФП или просто им не понравились каратисты. Можно сказать, что Никита, да, футбол день для него пока что не успевает. Но скоростные силовые качества нужно повышать. Значит, что еще? Желание победить было, конечно, бешеное. Молодцы. Я ОФП не хотел бежать. По поводу досуга в этом лагере вообще никаких проблем нет. Каждый вечер у нас были либо дискотека, либо просмотр кино, какие-то концерты. Абдул-Рашид Садулаев. Без сомнения, самый доминирующий борец вольного стиля в мире. Как говорится, борец должен быть талантлив во всем. И, конечно же, ребята, когда заходят на дискотеку, они просто разрывают этот танцпол своими танцами. Ты куда собираетесь, Димон? На вечеринку. На вечеринку? Я думал, ты на свадьбу идешь. Ну, наряд солидный у тебя, да? Да. Ну, я первый раз, наверное, вижу, что на лагере кто-то надет. Ну, классно, классно. Ну, шкурки в клубе снимем? Снимем, конечно. Все, пойдемте, давайте танцевать. За что суперприз? Да, нечестно. Ты за что? Мы же все чего самые легкие были. Конечно же, режим спортсмена – это самое главное. Но были такие ребята, которые ночами у нас не хотят спать. И мы выходим в коридор и начинаем себя убаюкивать. Там видео есть классное.
прям они отжимаются и баюшки-баюшки баю поют. Подъем. Встаем, просыпаемся, ребята. Подъем. Ну, что ты плачешь? Что случилось? А? Он по маме скучает. А ты скучаешь? Нет. Ты что, книжку читал уже, лежал? Я выспался. Подъем, подъем. Встаем, просыпаемся. Мальчик, вставай на зарядку. Подъем, подъем. Ну, вставай, быстро. Цирк Дю Солей, знаете? Вот. С нами был акробат из цирка Дю Солей, Сан Саныч. Он может взять человека и подкинуть его на 3 метра вверх. Представляете? Все, спокойно приседаешь. Стоп, смотри. Приседаешь и опускаешь ручки одновременно с этим. Потом толкаешь это, держишь эту ручку. И смотри, всегда он стену или на него. Разложил нам просто по полочкам все элементы, которые мы делали. Немножко где-то внесли коррективы в свои движения. Даже научились делать фляг. Мы пришли в веревочный городок. Уже снаряжаемся, одеваемся. Канатный городок. В этом году сделали трассу, которую мы все вместе, все спортсмены, мы и я, и Дмитрий Игоревич, мы прошли. Сколько настроить? Честно, боевой, но легкий мандраж присутствует. Егор, смелее! Там просто придется через одну. Смотри, ему страшно. Да, на самом деле, я думал, что это немножко полегче. Ну да. Ну, ты готов? Да, готов. Точно? Да. Ты за Россию болеешь сегодня? Да. Всем привет, это я и Денчик. Мы проходим полосы препятствий. Погнали, самый опасный этап. Ром, смотри на меня. Помаши рукой. Ладно, не маши, а то сейчас упадешь. Кто вообще такой? Человек-паук, что ли? Без тебя мы все как без рук? Ты паутина, ты помнишь, да? Чего, блин, ты технику знаешь, прохождение? Блин, ты хорош, черт побери. Дай контент, упади. Вернись ко мне. Ну-ка. Ну как ты? Страшно? А чё боишься, Дим? Что, упадёшь? Да не бойся, ты же на страховке. Сейчас осуществляем проход номер 2. Ну тогда, ну когда на тарзанке. Так, ну подожди, смотри, как на тарзанке. Тебе предстоит сейчас путь вот туда, да? Да. Ты понял? Значит, вот ты закрепился, все хорошо, все правильно. Mm-hmm. Значит, ты сейчас садишься на попу и едешь вперед. Если вдруг ты не доезжаешь или там от мата отъезжаешь назад, видишь, белая веревочка рядом? Да. Вот за нее можно подтянуть себя и там потом отцепишься, понял? Да. Отцепляться, помнишь как? Да. Вот эти штучки потом надо будет отцепить. Ну что, готов? Да. Ну давай. Все, собирайся. Я боюсь, конечно. Вячеслав Владимирович в тебя верит. Молодец, Дима! Блин, второй раз! За успех! Say it, how that poppin' is shaking.
jacket. Got me hot as a laser. My posse deep in Iran. We act the fool for the paper. Had a dream and I made it. Вот этот парень раньше вообще даже через каталку перепрыгнуть не мог. Также в самом конце завершения лагеря нашего спортсмена Дениса был день рождения. Ему исполнилось 7 лет всего лишь. А он, Денис, уже, между прочим, с нами в лагере третий раз. Значит, сейчас должен желание загадать. Семерка — число счастливое. Поэтому, да, подходи, желание загадывай и задувай. Два желания можешь загадать, смотри. Один на этот, один на этот. С днем рождения! Еще я хочу сказать про настоящую дружбу, которая рождается именно в лагерях, именно в спортивных секциях. Потому что именно здесь ребята проходят и огонь, и воду, очень много трудностей и положительных моментов каких-то, которые запоминаются на всю жизнь. Вот можете посмотреть на меня, на Дмитрия Игоревича. Мы дружим уже с ним. 21 год мы дружим с Дмитрием Игоревичем. Вот у него сегодня день рождения. Еще у нас была свечка. Эта свечка получилась очень душевная. Мы с ребятами поговорили на различные темы по поводу спорта, по поводу их каких-то мыслей, как они видят себя. Сегодня у нас королевская ночь, собираем уже чемоданы. Ребята всю ночь, весь вечер с телефонами. Я один раз, когда мы были дома... Спокойно, все на месте стоять. Я тоже коп. У меня тоже есть значок. Это президент Вилли Вонка, шоколадной фабрики. Хотите ли вы? Рома, тебе тоже звонят. На, по второму, ответь. Также для каждого из вас геройскую медаль подготовили, которую вы потом можете повесить в свою копилку. И уже начиная с этого сбора, каждый наш совместный выезд мы будем отмечать медалью. Что такое королевская ночь? Денис, что такое королевская ночь? Расскажи, пожалуйста. Королевская ночь — это когда можно есть сладкое. Когда можно взять телефон и всю ночь не тренироваться, ничего сладкое не делать, а можно в телефоне играть. Может быть, у кого-то день рождения будет. А у кого день рождения в королевскую ночь сегодня? У меня. Это в первую очередь ночь, последняя, на которой можно не спать. Иногда даже, если даже какой-нибудь человек заснет, можно обмазать пасты. Королевская ночь – это ночь без правил. Ночь без правил. Но есть какие-то правила? Нет. Вечером или ночью, и ночью. Вечером и ночью выдаются все сладости, которые остались в шкафу, и телефоны на всю ночь. Это очень круто. Прошла королевская ночь. Во сколько легли спать? Не во сколько, мы сегодня... Я не лег спать. Не спал еще? Тусовался всю ночь? Давай, немножко подоскорились. На чемоданах. Ждем родителей. Ну, тренировался. С желанием. Не хочешь? Так, я уже не буду говорить, как всегда. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, колокольчики, потому что вы все это знаете уже сами. Вы уже давно должны быть подписаны на наш канал. Как только начинается видео, вы должны ставить лайк и обязательно колокольчик. Не, комментарии еще надо писать. Комментарии очень важны. Ребята, пишите комментарии под видео. А еще, это же видео будут смотреть ребята, поэтому внизу в комментариях обязательно устроим перекличку, кто был в этом ролике. Ребята, каждый, кто был на сборах, в комментариях ниже должны написать твое имя. Устроим перекличку. Ну да, будем по списку проверять. Если кого-то не будет,